Ты что там, лужи меряешь? Всем привет, привет. Дим, привет. Привет. Собрались к Диме в школу заявление отнести. То, что будет обучаться в школе на время карантина. А почему? Ну вот и прогуляемся немножко. На улице такая погода, вообще прелесть. Прекрасная. Вот. Конечно, детки не хотят учиться. В школе хотят на карантине сидеть. Но пока, как говорится, эпидемии нету у нас. Будут ходить все в школу. Ой, такая сегодня погода. Прям хоть подышать немножко. Школа у Димы далековато. Вот вышли немножко. Прогуляемся чуть-чуть так. Подышим свежим воздухом. Что? Да, Дим? Ага. Еще мы с Владом погуляем. Я. А, пока мы сейчас придем, Влад уже уйдет. Ну и что, он мне такие подойдет? Вот дела. Пойдемте с нами. Вот, ребятки, в аллейке у нас еще зима. Еще снег лежит. На дорогах-то уже все везде растаяло. А здесь еще лед и снег. И скользко. На улице пустынно, никого нигде нету. Такая вроде бы погода хорошая, а пусто. Ой, прям вообще тепло, солнце прям греет. Хорошо, так тепло. Дима какую-то палочку свою нашел. Я всю зиму хотела идти найти, не нашел. Где ты ее зимой запрятал? Ага. Как мы в школу ходили, нашел ее за пятом. Потом не нашел. Площадь уже там вся растаяла. В прошлый раз снимала, мы там гуляли. Там еще лужи, снег был. Сейчас уже сухо там. Ну, пойдемте в школу. Вот. Проходим мимо березовой рощи. Птички чирикают. Доходим уже до школы. Какой-то ветер все равно прохладный. Прям это... Лицо дует. Мне прям холодно. Шею задувает. Тут это березки и ели. Он называется березовая роща. Вперед. Виднеется школа там. А там вот за деревьями где-то бассейн. Не видать его. Вон Дима так далеко ходит в школу. Во-первых, говорит, тяжело было ходить далековато. Сейчас уже привык. Поэтому нормально. Там уже подрастет, так вообще будет бегать. Пешеходный переход. Машина так несется. Тормознет, нет. Тормозить пошли. Пропустила. А то иногда у нас тут машины. Не всегда пропускают. Хотя пешеходный переход, но они почему-то едут. Тут такая грязища. Вот, Димина школа. Подошли. Тоже теневая сторона получается. Может, надо заявление сдавать, когда мы в школу еще пойдем? Нет, сейчас сказали, в течение этой недели сдать. Тут вот тоже парк возле школы. Там дальше турники. Такая вот школа. Иногда я туда это свободен, типа мне тренировки не надо, а там немного надо. Где? Там на лазилках всяких.
футбол, я рано прихожу там лазить. Что я знаю, что они меня забрали. Сказали на ресепшене оставить заявление. А ресепшен? На вахте. А. Здесь, наверное, крыльцо тоже скользкое. Нет, ступеньки не скользкие. Не скользкие? Нет. А я только мокрый. Нет, скользят. Нет. Еще же не растаяли. Звони. Все, отдали заявление. Оставили на первом этаже. Идем назад. Сейчас пойдем, да, по другой дороге. Прямо по курсу у нас здание, это бассейн. Сейчас пойдем по березовой роще. Я прохожу. Завтра у кого-то бассейн, да, Дима? Бассейн у нас не закрыли, все работает в обычном режиме. А футбол закрыт, потому что футбол проходит в здании школы. Всегда, когда каникулы у них или карантин, футбол не проводится. Там столько машин стоит возле бассейна. Ну, кого-то привозят на занятия, на тренировки детей. Или на свободку идут. Да, на свободное плавание. Вы, наверное, не поняли. Сейчас пойдем зайдем на аллейку. Там, может, где-нибудь на лавочке чуть-чуть посидим. Передохнем, да, Дим? Вот, зашли на березовую рощу. Вот у нас по левую сторону бассейн, в который Дима ходит. Это березовая роща. Прямо по курсу с красной крыши это дом культуры с обратной стороны. А что здесь такое? Смотри, что за дырка в асфальте? Не знаю. Что-то как будто вырезали, смотри. Ну. Прямо видно вон эти прорези. Интересно. Новый асфальт положили только в этом году. Еще снега много. Ты думаешь, здесь была мусорка? Здесь посередине мусорка была, вряд ли. Я не знаю, вы за девочку. Здесь лед еще. Надо на ту сторону бы перейти. Скользко идти. Не знаю, что там вырезали. Кусок асфальта вырезали. Болгаркой. Зачем? Болгаркой, ну. Ну, навряд ли. Блин, мне скользко. Пошли на ту сторону, перейдем, там асфальт. Какие-то елочки красивые стоят. О, все. Березки. Да, нигде. Почему березовая роща? Потому что вон они впереди, везде березы стоят. Перемешку с елочками. Ну какие красивые. Вечером фонари здесь горят. Сухие выпили в этом дереве. Сухостой. Вот мы с той стороны, получается, шли. Школа. Со школы идем отсюда. Садись, посидим чуть на лавочке. На солнышке. Садись. Я сейчас здесь сфотографирую. Thank you.
Даже вот эти штуки вырисовал. Угу. А с этой стороны снег. Тут вот мы ходим, нету снега. А по ту сторону аллеи снег. Ничего не видно, солнце светит. Сейчас, еще через недельки две начнут тут уже родители с детьми гулять. Дима уже затребует самокат. Да, Дима? Пахнет елочкой? Что-то они как-то не пахнут. Ну, их шоркали веточки. Немного. Они что-то как-то не пахнут. Немного пахнет. Угу, пахнет. Потерла прям иголочки. Вкусно пахнет. Новый год. Ага.